Еще одна парочка. Посложнее будет. Приходящий и приходящий. Приходящий здесь все просто. Он приходит. Скажем, приходящий поезд. Правда? А при это... А вот что значит, такое приходящий? Переходит дорогу. Это тот, кто переходит дорогу? Это нет, приходящий это пешеход? Приходящий Новый год. Это неплохо звучит, но давайте определимся со значением. Приходящий тот, кто приходит. Переходящий, уходящий. Ладно, да, переходящий. Неважно, приходи, приходят, да? Но он приходит. А вот приходящий. Переходящий. Переходящий, то есть, что это значит? Он что-то... Он тебе пригласил путь, может быть. Нет, он что-то переходит. То есть, он что-то переходит. Переходящий красное знамя. Переходящий красное огня. То, что руки от кого-то к кому-то переходят, совершенно верно, можно так сказать. Но чаще мы используем это в переходном значении. Я не случайно сказал сейчас переходном. Не в перенос. Попробуйте. Приходящие трудности. Это трудности, которые приходят. Приходят, заметьте, да? То есть переходят и в свое время уйдут. Значит, приходящий это временный. Приходящий это временный. Действительно, переходящий – это тот, кто переходит от одного к другому. Переходящий, не знаю, финал. Кубок. А вот приходящий – это временный. Тот, который пройдет. Как говорили древние, придет. Придет. Теперь попробуйте догадаться, что такое, скажем, неприходящие ценности. Это ценности Ценности, которые не передаются по наследству. Если человек умер, то... не передаются. То... Неприходящие ценности. Это те, которые нереально украсть. Как? Те, которые нереально украсть. Те, которые нельзя украсть. В какой-то степени так. Хорошо. Они настолько дорогие, что эти возможно купить. Которые трудно купить. Так, еще. Ее невозможно найти. Их возможно найти. Их возможно найти. Но сложно. Но сложно. Очень сложно. Смотрите, неприходящие ценности. Те ценности, которые всегда с нами. Неважно, что вы утратили. Они всегда с нами. Что же это такое? Это не всегда с нами. Воспоминания? Это воспоминания, согласен. Ум. Это ум. Безусловно. А почему ум? Мозг есть человек. Мозг можно увеличить. Это то, что всегда с нами. Всегда с нами. Сердце. То, что не переходит время. Но при этом перед нами ценность. Значит, это не так просто. Вот с такими парочками мы еще попробуем поработать.